Вот, ребята, только купил серебро и тут же его продал. И, кстати, продал на базаре еще и иконы. Представьте, обалдеть. Покажу вам потом две иконы. Такие классненькие. Вот такая массовка. Здесь 30 грамм. По 18 гривен отдал. Движуха сегодня хорошая, покупки бомба. А. Это видос снимаю. Да ладно, Размешки, да, я сейчас снимать или ютуба говорю. Ну, камешки, да. Да? Тоже в ютуб вкладывается. А как канал называется? Перекупщик. Купил себе, смотрите. Серьезно? Такой этот. Буду продавать машину. Быть добрым. Фениксовые купил классные. Смотрите, ребята. Часы бомба. Душечку такую шикарную купил. Рынок готов? Ну, это камень, я не знаю. Ты мне скажи, рынок, шорник слепит. Такая вот выкидушечка. Шикарная. С экстрактом. Вот такой нож в идеале тоже. Сейчас покажу вам иконы, которые я продал. Бомбовые. Вот. Дядя Дживаш. Тут продал иконку, ребята. Смотрите, сколько людей сегодня. Немерено. Так, ребята. И вот, смотрите, вот такой еще снял. Шикарный. Продал, вернее, вот такой. У меня тоже, кстати, память заканчивается. А вот наш Алекс Аверс канал. Да нет, не надо. Нумизмат, коллекционер, да, фалерист, знаю. Фарфор, хорология. Короче, все маты, которые только есть в антиквариате. Саша на камеру не разговаривает. Да, я не очень люблю, мне надо привыкнуть, потом как-нибудь пообщаемся. Все.